устав. И у них за этой церковью, которую мы видели с вами, подходя ближе к этому острову, был когда-то искусственный пруд, куда помещали выловленную в середине рыбу и брали по мере надобности. Пруда там сейчас нет, а около церкви 2 года тому назад поставили красивый памятник Амвросию Матвееву, наследнику этой обители, который остановил бегство солдат с поля боя в 1915 году. Вот так, обходя сейчас этот остров Ступный или Столупный, мы с вами увидим и другую его стороны, Осами, Засташинского плюса, по которому мы с вами сейчас идем. Мы отправимся с вами правее, плюс, название которого Крестецкий. Мы назвали его не случайно, видимо, тот самый крест, как раз Нила. Он и был опущен в воду Селигера в этом месте, поэтому и название. Сейчас мы с вами увидим также огромную громаду леса. И по левой стороне, как только теплоход развернется, у нас по ходу нашего движения и будет тот самый...